Всем здрасте, ребята. Вы, наверное, по мне соскучились. Вы меня давно не видели, да? Ну, этот Сава все просто взял и не снимал ничего вообще. И вы наверняка заждались моих видосов. И так что поэтому я начинаю вас веселить. И начинаю вам показывать моё лего! Первая часть нашего выпуска — это моя кирпичная стена из всех моих кирпичей. На данный момент у меня 7 цветов кирпичей. Это просто божественно. Ни у кого, мне кажется, не бывает 7 видов кирпичей. Мы переходим ко второй части нашего видео. И я сейчас вам буду показывать моих новых человечков по Марвел. Первое — это Черная Пантера, как бы типа Халкбастер, ну большая. Халк Пантера, Халкбастер, Черная Пантера, да. Вот такая. Как обычный гигант, двигается руками, голова не двигается. Тор со своим топором может убить кого угодно. Вот такая установка у него. Вот такой. Человек-муравей. Капитан Америка уже с молотом. Что? Капитан Америка у всех истерика. А, Капитан Америка у всех истерика? Это у нас продюсер так умеешь. Продюсер шуточный, он такой. Это Доктор Стрэндж. Плащ до колен. Продюсер решил присниматься. Нет, только озвучку делать. Не было. Это чтобы добавить экшена и действия в твое видео. Чтобы она стала популярна. Перчинка в сюжет. Перчинка в сюжет. Ну это отлично. Железный человек. В шлеме навек. Это оригинальный? Чё ты взял? Нет, не оригинальный. Чё ты взял? Это оригинальный. Это оригинальные 15 человечков стоили бы. 1010. Подделка стоит немного. Мой любимый персонаж. Это енот. Енот, ну я говорю, да, мой любимый персонаж. Енот и Соколиный Глаз. Соколиный Глаз тоже, кстати, крутой. Ну, хороший. Капитан Америка. Нет, ты перепутал, это не Капитан Америка. Капитан Марвел. Да. Капитан Америка. Ну все равно же у всех истерика. Человек-паук. Паутина из рук. Паутина из задницы. Черная, да? Еще один малюнок персонаж. Воитель. Халк. Любимый детский персонаж. Любимый детский персонаж. Ну, конечно, большой, сильный и глупый. Халкбастер. Тоже любимый детский персонаж. Да ладно, у него рожа открывается. Я злой. Подожди, а в Халкбастере же не было человека. Был? Нет, он же был на радиоуправлении у него. Выдали трону же. Вырел трона, он когда с Халком дрался. Нет, железный был, человек как... же трансформировался в Халкбастера и дрался с Халком. Он разве не на ручном управлении? Нет. Был? Ну, не на дистанционном. Нет, а, нет, то есть нет. Он в костюме завязал, да, в костюм, да, еще, да, раз. А, ну ладно. Окей, он трансформировался. Просто, наверное, и еще нас любимый Танос, только уже усовершенствованный. С супер крутым мечом. С супер крутой алебардой своей, которая уже... Это Глефа. Ну, Глефа, да. Да.
Ну да, да, да. Это Глефа, да. Глефа уже может уничтожить весь мир со своими камушками. Так что у него полный сбор. Так, ну, короче, Танос сейчас запустит вас, Алебарду, а вы ее попытаетесь поймать.